В микрорайоне молодежном строители возводят детский сад «Ладушки». На здании завершается облицовка фасада и кровельные работы. Почти готов тепловой контур. Внутри идет черновая отделка и обустройство инженерных сетей. На строящемся объекте трудятся монтажники систем вентиляции, водоснабжения и канализации, штукатуры, кровельщики. Всего более 40 специалистов. Стены второго и третьего этажей уже почти везде оштукатурены. В планах на этой неделе заливка стяжки. Бригады двигаются с верхнего этажа на нижний. Работа у нас построена таким образом, чтобы бригады друг другу не мешались. То есть в момент, когда мы доливаем стяжку, штукатуры и инженерные системы уходят на первый этаж. Там очень большой объем работ. У нас там кухонная зона, у нас там бассейн, помимо прочих, и групповые, соответственно. Все материалы, которые используются на таких объектах, они подлежат обязательной сертификации, материалы экологически чистые, то есть более того, к ним предъявляются нормы по пожарной безопасности. Как только подсохнет стяжка, рабочие приступят к чистовой отделке в группах. Всего их 12. Дизайн каждой будет уникальным, впрочем, как и все пространство детского сада. В групповых местах общего пользования коридоры, лестницы у нас в дальнейшем планируется также художественная роспись. Художники сейчас уже прорабатывают детали. Ведутся работы и по монтажу вентиляции. В бригаде 3 человека. Друг друга понимают с полуслова, поэтому действуют четко и слаженно. Вентиляция здесь принудительная будет, очень ее много. Из каждых помещений своя индивидуальная. На сегодняшний день мы выполняем, получается, третий этаж заканчиваем практически, ну, без дымоудаления. Второй этаж уже закончили. На завершающем этапе установка трубопроводов канализации, активно прокладываются и трубопроводные трубы. Специалисты применяют технологию скрытого монтажа. Плюсы очевидны. Экономится пространство, улучшается эстетика, плюс увеличивается безопасность. Работ очень много, но в срок успеваем. Трубопровода порядка у нас 3000 метров. То есть по канализации закончили процентов на 80-85, то есть работы. Сейчас идем по водоснабжению, пожарное тушение. Детский сад возводит акционерное общество «Тюмень-ТЭЛ». Это не первый социальный объект, который компания строит на Ямале. Опыт есть, опыт взаимодействия с властями, то есть нас все знают, понимают. С поставщиками все отработано, несмотря на то, что там повышение цен имеет место, да, мы в любом случае не прекращаем строить и везем материалы. Вот, скажем, на детском саду здесь материал завезен, ну, скажем так, в полном объеме. То есть сейчас мы ждем согласования дизайн-проекта, и уже будут, то есть, плитка, краска и потолки. Заказчик – дирекция капитального строительства Ямала. Мониторинг строительного контроля регулярно ведет управление коммунального заказа. В рамках строительного контроля мы совместно с заказчиком здесь проводим проверки, участвуем в комиссиях и также информируем о выполненных работах дирекции капитального строительства. Заметно преобразился строящийся объект и снаружи. Кровлю уже покрыли металлочерепицей. Осталось подшить карниз. Почти завершены работы по оформлению фасада. Как только наступят теплые дни, строители приступят к благоустройству территории. Татьяна Бойко, Виталий Сидняев. Новости Муравленко.